Чебоксарах официально закрылся пляжный сезон. В городской администрации подводят итоги. В специально оборудованных местах обошлось без несчастных случаев. К сожалению, в этом году чебоксарцы не могут похвастать культурой безопасности на воде. Нередко родители оставляли своих детей без присмотра. От гибели их уберегли дежурные спасатели. Сегодня в городской администрации чествовали троих молодых людей. Максим Нуржанов, Михаил Котмичев и Авсеп Тиранян этим летом спасли 20 человек, 15 из них – дети. Глава администрации столицы Алексей Ладыков лично поблагодарил спасателей за профессионализм, хладнокровие и ответственный подход к своему делу. Под аплодисменты молодым людям вручили благодарственные письма.